Мне написал клиент, что мои картины можно за 3 секундочки сделать через нейросеть. По его мнению, художники больше не нужны. Так что нам всем с протянутой рукой скоро стоять придется. И получается, что те, кто будут и дальше обращаться к художникам, заказывать у них картины, дураки. Ведь можно быстро и бесплатно сгенерировать себе красивую картинку и... Тут фиаско. Но почему? Да потому что мы получили просто красивую картинку без какого-либо авторства. Другое дело заказать или купить картину у художника. Тут и волнительное ожидание, и удовольствие просто от того, что именно у тебя есть классная штуковина, в который автоматически вложен весь опыт автора, его время и куча творческой энергии. Нет, я, конечно, рада, что появился такой классный инструмент в руках современного художника, а то мы до сих пор чуть ли не углем из костра рисуем. Но и не стоит забывать, что в любом случае нагенерированные картинки обязательно требуют доработки, а значит и участия художника. А что думаете об этом вы?